Еще раз поясню, откуда руки появляются. Вот тут стоковое колечко снимаю, которое на резонансе подключено. Тут вот 0,47 микрофарад конденсатора последовательно с 3 витками и 10 метров индуктора. Резонанс последовательно. И стоковое колечко на резисторе снимаю. 100 граммов вот тут. Вот тут вот. Был поймавший. Вот. Трудновато поймать. Вот видно, что рядом два импульса открываются. Вот один и потом второй. И вот от этого появляются вот эти рыбки. Вот штыря. Что происходит, как бы брак, но неправильно наводка на пушпул, он неправильно срабатывает, один импульс открывается и сразу после него второй. От этого резонанс весь сбивается и появляются вот эти рыбки. Они стоячая волна, там не что-то, не какие-то там продольные волны. Просто на генератор наводка наводится. Вот эту наводку легче поймать, когда тут многооборотный резистор, тут 50 кОм такие, но когда резисторы подстроечные, они очень много сопротивления имеют. Ну и когда вот тут еще резисторы тоже имеют большое сопротивление, которое в драйвер входит. Тогда наводки легче. И когда вот тут снайперы стоят, тогда эту вот наводку, вот эту брак, сбой пушпула легче сделать. Вот частота 27 кГц. Я даже до радиатора дотрагиваюсь, и писк меняется. Этого ничего. Тут два параллельно конденсатора снайперные по 2,2 нанофарада, а тут один 1 нанофарада, может, поэтому тут лучше. И тут резистор другой, тут 12 Ом, а тут, кажется, 6 или 3 Ома. Транзисторы другие. Тут RFP 460.
60 тут. РФ 640. Пропали. Двадцать девять килогерц частота. Это я руку держу, и пропали эти рыбки. Иногда пропадают, не хотят. Ставлю. Немножко частоту подкручу. А какая скважность? Ну тут скважность видно где-то. Где-то 30-40-30%. Максимальную сделаю. Ну, максимальную сделаю. Пропали рыбки. Частота 29 килогерц. 30 килогерц. На меньшей скважности эти рыбки у меня появляются. Но можно и с этим еще померить частоту. Двадцать девять, 23 килогерц. 30. Тут нет смысла мерить, на транзисторах лучше померить. На транзисторах немножко искажается, 42%. На втором 40%. Вот тут какая. А тут с драйверка-то сама будет. 42 тут. Странновато. 42. Опять. Вот от Элки самой какой скважина. Один канал беру, 41%. Еще не максимально, значит, скважинность выставим. Вот
нет никаких рыбок. На воду. Корректировать частоту. Вот этот длинный рычаг перекрывает. Важность поднимем немножко, чтобы не сбивался. Сейчас начну сбивать. Я ничего не покупаю. А тут такой бардак творится. Уменьшить влажность немного. Ясно.